Всем привет, с вами Артём, и мы сегодня начинаем прохождение игры Tales of Arisen. В общем, игрушка классная, она меня порадовала. Ну, именно видосики, заставки и все остальное. Так, я уже начал, но это чисто тестовое было начинание. Тут очень громко, с громкостью. Давайте мы ее понизим. С диалогами совсем, да. К сожалению. Так, настройка графики. Я там что-то убирал. Так, а нет, тут все нормально. Так, это камера. Ну, давайте поставим. Хотя, ладно, я верю в себя. Субтитры. А, скорость. Игра. Тут у нас, значит, высокая сложность. Мы поставим среднюю. Рекомендую для игроков, которые так жаждут ожесточенных битв. Враги становятся сильнее, а количество боевых очков возрастает. Боевых очков? А, окей, я друг... Тут у нас комбо, время ожидания комбо. А, долгое. То есть у нас будет много времени для того, чтобы собрать комбо. Мы же будем играть отрядом. Да, сохранить и начать игру. Посмотрим сейчас на эту игру. Но меня она порадовала. Но при предыдущем запуске диалоги меня очень жестко... А, вот сейчас все нормально. It was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zugals, the prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into five distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renan's five realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, lord of the Firemaster Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape. Death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination. Как я понял, наш главный герой то ли раб, то ли надсмотрщик, то ли еще кто-то, не помню. Как я понял, он будет спасать мир, да, и помогать всем. А, нет, так, надо осталось его увидеть. Ну, игрушка прикольная, меня порадовало видос по ней одного ютубера, и я что-то типа загорелся желанием на нее посмотреть. Надеюсь, она мне зайдет. Хотя такие игры мне заходят очень часто. Тем более на 21 года. You call that pushing? Put them back into it embedded. Iron Mask. А, железная маска, вот наш главный герой. Why you? Let me. Huh. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you work with- Alright, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me!
Как он спокойно толкает здоровую бочку. Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Так, ну что ж, мы начинаем, да? Тут надо собирать разные предметы. Оружие разное, прикольно. Ой, так. Прикольно. Так, облики. Так, ну да, тут есть облики. Ну там типа ушки, фигушки. Но это лохмотья. Это у нас нету. Так, справочник есть, артефакты есть, система. Загружаемые контакты. А, он у нас нет. Оу, у нас есть DLC-шные наборы. Данный предмет будет доступен после получения. Скидка 50%, экономика новая. Ой-ой-ой, это фоновая музыка. Ах, что это такое? Данный предмет будет доступен после... Что это за плюс 5 уровней? Я не знаю, что это. Так, давайте... А как тут получить все? Так, сюда. А, Г применить все из списка, да. Ух ты. Короче, да, сейчас я все это применю. О, короче, это разные шмотки и обличия. Интересно. Ну это прикольно. Так, стоп, я говорю, давай. Сейчас я быстро все применю. Так, я все применил. Там в конце что-то давали какие-то уровни непонятные. 400 тысяч монет. Так, сохраниться, давайте сохранимся. Не знаю, зачем это. Это, короче, DLC-шные комплекты. Так, у нас справочник есть. Артефакты. Так, артефакты обладают особыми эффектами после прохождения игры. И некоторые из них дают бонусы. Включая или выключая эффекты, можно список... А, ну это типа... короче, я понял. Это после прохождения игры. Так, а враги? А врагов нету у нас пока что никаких. Облики. Железная маска. О, смотрите, можем сразу измениться. Прикольно. Вот это прикольный масочек. Ладно, оставим железную, конечно. Лохмотья. О, хо-хо-хо-хо. Так, ну нет, конечно же. Вау, прикольно. А, это типа второе крыло. Так, обликов оружия пока нету. У меня 700 тысяч монет. Ладно, окей. ВСД. А, я вообще залез-то зачем? Я залез за настройками. Так, система настройки. Так, скорее всего это в плейлисте музыки не то. Настройки яркости, клавиш. Тут должно быть скорость этого. Так, что-то я не могу найти. Регулировка яркости, настройки графики, привязка. А, привязка клавиш. Нет, стоп, не тут. Настройка, регулировка яркости, настройка. Секунду. Так, все, да, вроде как настройки я. Движение. А что мне прям... Я со спины... У меня прям пол этого будет экрана забито? Почему я со спины так сижу? Так, здрасте. А, снова ты. Извините, что добавляю тебе работу, док. Так, побег бы... Уберег бы себя. Целей был, садись. Ну, диалоги быстрые. Надо... Блин, может настройку можно сделать помедленней? Посмотрим. Итак, все еще не можешь ничего вспомнить, верно? Пустота, как обычно, ничего, кроме того стороннего видения. На лице ни воспоминаний, ни особых чувств, боль. Нужно даже бросить всем вызов. И что нам с тобой делать? Так, дай-ка подумать. Возможно, боли ты не чувствуешь, но это не значит, что тебе нельзя ранить, как любого другого. Если не будешь осторожнее такими темпами, ты быстро погибнешь, даже не осознав этого. Сегодня я видел, как умер очередной раб. Слишком много трупов, их просто не сосчитать. Увы, здесь это обычное зрелище. Динания поступают, умирают. Да, я не успеваю читать. Как долго это может продолжаться? Почему никто не восстает? Сейчас ты и восстанешь. Потише, ладно? Ну все, долг ты меня мазать будешь. Если бы только все было так просто. Восстание
определенно были, да, но не один раз в столетие. А что же до пользы от них? Оглянись и подумай сам. Вот так это должно быть достаточно. Теперь сделай мне одолжение и постарайся не попадать в неприятность, чтобы не быть раненым. Док, это ведь ты меня всему научил и все показал, когда я вообще ничего не знал. Ты знаешь, я всегда буду благодарен за это, но я не могу просто. Так, а победу в гонке приносит терпение и размеренность. Ты еще молод, у тебя достаточно времени. Дождись подходящего момента как для себя, так и для мира. Док что-то знает. Работа на сегодня подходит к концу. Не сиди тут, выйди наружу, ощути, как ветер касается твоей кожи. Даже у рабов есть на это время. Хорошо. Я тебе только об одном прошу, не привлекай лишний раз внимания. Так и так, со своей маской бросаешься в глаза. Я могу же убрать маску? Да, тут в диалогах будут шмотки меняться, как я понял. Все? Ну вот с камерой, конечно... О, камера нормальная стала. Здрасте. А, так, что это такое? Клеменный, ну-ка, пошел работать. Шоу, шоу. Так, секунду. Так, все, я... Все, что я хотел посмотреть, я посмотрел. О, привет. А, так, яркоглазые засовывают в нас эти странные камни, а потом заставляют работать, пока не свалимся замертво. И мало того, что с нами постоянно поколачивают, так и в плохом настроении могут и... Зоглов на нас спустить. Зоглы это... Что? О, смотрите, карта. Что, мне вот сюда надо попасть, знак вопроса? А мне сейчас вон туда бежать, окей. Тут же можно еще... Ну, трупаки я не буду, наверное, лутать. Ай! Не, не хочу к тебе идти, ты мерзкая же. Да, тут ужасно. Конечно. Зоглы это вот эти псины. Так, туда я пойти не могу. А в дом могу зайти? О, я могу зайти в дом. Тут же можно еще и лутаться. Ну, типа, шмотки, всякие вещи. Но мы набрали всякой хрени. Я сейчас хочу посмотреть, что это. Типа. А, тут просто пообщаться с людьми. Давайте по сюжету пойдем. Так, отдохнуть. Да, конечно. И сколько людей уже стало на этой спаленной кровати. Сейчас это моя, но ненадолго ли? Ты спишь на кирпиче, братан. Ладно. Утро и вечер мудренее, надо отдохнуть. Он спит головой на кирпиче. Как ты тут отдохнешь? Эта музыка, кажется, из DLC-шки. Не, ну DLC, конечно, классно. Так, мне пора на работу. Мы трудимся в поте лица. О, шифтом бегаем. Открыть карту местности, прыгнуть. Бег-рывок? О, стоп, в смысле? Подожди. Ну, мне, кстати, сюда и надо было. Ну все, все, я понял, что такая вреденька. Работайте активно, давайте за работу. Мы поезд толкаем? Ни хрена себе. А что у них? Паровоза нет? Мы вместо паровоза. Кажется, анимированные вроде эти ролики будут, что, ну. Да, мне это нравится. Ну, смотрите. Ни хрена себе, поезд едет на чем? На какой-то ящерке? Чуваки, паровоз могли бы изобрести. Магические камни есть, паровозов нет. Бочка! Ребята с нашего двора. Это, я так понимаю, принцесса. Ну или кто-то там.
Деваха просто так свалила? Интересно. Типа она падает, да, и мы сейчас ее ловим? Вот так это будет? А, как поезда соединились. Кажется, это она приземлилась, да? На каблуках? А, у них дрезина, типа. На каблуках я просто радуюсь, как они так делают. Это что, я сейчас буду трубой сражаться? Не трубой. The way you go. Hope you can jump. Ну, прикольно, прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Как я понял, у нас будет отряд интересный, с которым мы будем комбинировать комбо и все такое. А это главный злодей данного города. Болзефа. Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion. Yes, sir. Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Valkyris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me. I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time.
Весело будет. Как я понял, там 5 регионов, и вот мне интересно, ну, боссы будут, наверное, лютые. И нам дадут сразиться со всех? Во всех регионах или только в одном? Альфен, Альфен! Альфен, Альфен, естественно. Все, а вот и я. Сейчас мы переоденемся, естественно. Естественно. У нас 600 тысяч есть. Или 700. Где это? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the resistance for the Danon people. We get in the way of the Bright Eyes' best laid plans. The Danon resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Могу. Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. Все, нам дадут походить. Interrogating her? Карта. Короче, тут же всякие нычки есть, 100%. Камера все равно резкая. Очень резкая. Так. Ну, это со всеми можно пообщаться. Туда пройти нельзя. Блин, а почему такая камера резкая? Система. Так. Камера боя... Ну, блин. Скорость камеры. Это бой. Скорость камеры обзор. Давай еще понизим. Ну, более-менее. Так, и у нас же есть облики, да? Железная маска. Все, я ее снял. То есть это наше лицо. Ну, такую железную маску я не хочу. Хотя, подождите. У нас есть лохмоть, у нас есть доспехи. Ух ты, какие тут костюмы какие-то непонятные. Так, нет, спасибо. Это какой-то... О, слушайте, костюм первопроходца прикольный. Ой, вообще ж. А как-то покрутить тебя можно? Как покрутить тебя? Я могу как-то... А, мне надо именно... А, нет, так не катит. Ну, вот этот костюм. А, смотреть персонажа. Что? Так. Нет, что это? А, подожди. Вращать вот на это. Ну, блин, ну классно выглядит. Все, окей. Давайте возьмем этот костюмчик. Чего нет? Железную маску поменяем на маску? Нет, оставим железную маску. Во. Тут, короче, есть крылья. А, подожди. Крыло правое, крыло левое. Окей. Это я, кстати. Так, это принцесса. Это всякие персонажики. А это что? Волшебный хвост? Ну-ка. Секунду. А, нет, спасибо. Я не хочу быть с волшебным хвостом. Давайте крыло. Стоп. А, блин, надо заходить всегда в этот режим, блин, чтобы себя повернуть. О, все, стой так. Так, крыло черное, правое. Ну, они крылья, наверное, будут весь экран занимать. Давайте возьмем черное крыло. И второе черное крыло. Облик оружия пока нету. Железную маску я менять не хочу. Так, предметы. Доспех. Так. Доспех Б. Костюмы Б. А, это наш, короче, всякие хилки. Это материалов хреново туча мы получили. Клинок у нас один. Винтовка. А как мы? Сортировка. Ну, давай сортирнем. Угу. Это лохмотья броня. Аксессуаров нет, материалов для этого, ценностей нет. Шмотки. А, ну это мы получили всякое, да? Всякую билиберденьку. О-хо-хо. Слушай, ну прикольно это выглядит, как минимум прикольно. Но крылья мешают, их надо убрать. Опять шарахнуло его током. So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake. Короче, надо крылья убирать. Mind your business.
So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balsef's soldiers were after you? Надо крылья убирать. Days, Balsef's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now we come across Miss Prickly herself. Hmm. Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you, Miss Shion Imeris? That's her name. You mean she's what? You didn't figure it out already? Да, крылья загораживают вообще весь экран. This lady's got herself a surname, which means one thing: she's a Renan, our enemy. Yeah, but she was being chased by Renan soldiers. So then, why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renan, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? Big talk for someone who can't even use astral arts. Embedded. Don't you call us embedded? Look, you see the stone your people embedded in me? There isn't one, because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder not to rest until every last one of you is... Да, диалоги слишком быстрые. We Danons may not be capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping here either. Still, inflicting pain on anyone who comes near you, that's one hell of an ability. You're wrong. You think this curse is some kind of great ability? Fair enough. Аккумулятор ходячий. All I know is Balsef must have his eye on you for a damn good reason. And until we find out why... An ambush! They must have tracked us down. Evacuate as planned. Hurry! And bring the girl. She gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask! Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to welcome our guests. Don't go dying on me. And don't try anything funny. Да на востоке может. Так, мне дали ржавый клинок? Прикольно. Так, во-первых, настроечки. Escape. О, получен меч. Снаряжение. Туп. О, клинок. О-хо-хо-хо. Прототип Альма. Я возьму его, конечно, это же классно. Лохмотья. Лохмотья ни за что не заменить. Так, снаряга нет. Облики, крылья. Простите, но я хочу взять... Нет, стоп, подожди. Как мне убрать? А как мне убрать крылья? Подожди, а мне нужно как-то... А, на Ctrl, ясно. Ух ты, прикольно. Подожди, а как мне убрать вот это? Так, убрать на Delete. Все, пойдем вот так. Ну, потому что крылья реально занимают... Враги идут. Так, прикольно. Нам наверх, окей. Так, тут трупаки лежат. Открой Escape, чтобы нажать меню и сохраниться. Угу, а где? А, вот, да, точно. Теперь мы уже крутые, с крутым мечом, да? Погнали. Так, там я вижу ребят. Нам, я так понимаю, вниз. А что-нибудь тут есть? Нет, стоп, подожди, а куда нам? Ага, нам вот сюда. Ну, то есть вниз смысла бежать нету. Ладно, раз смысла вниз бежать нет, пойдемте наверх. А что тут камера? О, вот, видите, первый враг. И открывается поле. Right, не с места, в котором мы будем сражаться с этим врагом. Ща я тебе жопу надеру. Меч классный. Интересно, тут крафт есть? Катись, пекло. Вот это диалоги. Просто огонь.
Сейчас посмотрим, что за боевочка. Ага. Да, вот. А, то есть нам автоматом отметили. Нажми Q, чтобы выполнить обычную атаку. В смысле Q. А я надеюсь, мышкой можно, да? Нажми R, E или F для применения приема. R, E, F. Окей. Для уклонения атаки Shift. А, у меня же меч топовый. У меня же топовый меч. Опыт, бонус. А, у меня бонус X сам идут. Железная маска. Мне кажется, я выкосил его как-то быстро. Так, стоп, вот сюда можно попасть куда-то? Может, тут что заныкано? Нет, тут ничего не заныкано. Так, мне вот сюда? Нет, мне не вот сюда, мне назад. Ладно, я пока путаюсь, но это нормально для меня в данной игре, когда ты ничего вообще не знаешь об игре. Так, там трупак лежит. О, тут сундук. Использовать. Зелье мы нашли, хила. О, тут уже псинка. Ну мы вынесем их быстро с мечом, мне кажется. Да, волк сидит. Так, стоп. Ну, все, да. У нас просто меч крутой. Просто меч. А это мы на... Подождите-ка. А я могу в настройки зайти? В система настройки. А, средний уровень сложности. Все, не, я просто это... Думал, что за фигня. А тут на F5 нельзя сохраняться? Ага, обломись, бабка, мы на корабле. О, деваха со снайперкой. Это наша подруга. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolster. Damn it! Throw down your weapon. I was so close. Opa! What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers. You're. Shut up and get out of here while you still can. Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey. We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Да блин, мне кажется, мы завалим их спокойно с этим мечом. Так, вот, как раз комбо приемы. Угу. Так, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Если один и тот же прием использовать в ходе четырех действий или комбо, его проблемное мечение... Окей. Короче, когда они в таком состоянии, они способность используют. Но не в этом случае. Как бы, ну, нет. Почему ты мне помог? А, зачем Диана мог помогать Райанке вроде меня? Так, поверь, особо любое коронение я не испытываю, наверное, просто не настолько ослеплен ненавистью, как... Что? Мы точно нигде раньше не встречались. Дружить с Дианами, не принимая за собой ничего подобного. Ох, действительно, да, глупый вопрос. Я ничего не понимаю. Не помню о своем прошлом, и никакой зацепок у меня нет, как, собственно, и лица. В виде комикса классно. То есть ты даже не знаешь, как сам выглядишь, но при этом с какой-то стати уверен, что у тебя. Я тебя знаю. Вроде того, похоже, моя помощь тебе не была такой уж и самоотверженной, как я попытался. Так, я чувствую боли. Не чувствую боли. Так что. Стой, ты что, правда не чувствуешь боли? Ну да, я не знаю, что такое боль, и как выгляжу, и кем я был. Знаю только, что я раб. Как это забавно. А как же имя? У тебя же оно есть? Железная маска. Это имя мне дал нашедший меня человек. Так, оно помогло не забыться о том, что у меня есть настоящее имя. Понятно. Так, куда теперь? Так, наружу. Дурынка. Так, ну диалоги слишком долгие. Так. Ого. Так, совершил побег из шахты. Железная маска 50. Что железная маска 50, непонятно. Так, у меня камера должна отдалиться. Почему-то она не отдаляется. Она постепенно отдаляется. Привет. Glad to see you made it. I heard you managed to escape. But I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Хм. Where are the others?
They're waiting for us up ahead. Come on. Так, спокойно. Блин, какой доспех классный. Это просто облик, то есть это не настоящий. О, аниме начинается. И видите, я вон в обычных шмотках. Надеюсь, деваха зарешает. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Гениально просто. Чё? Минус деваха? Мне кажется, или у меня маска треснет сейчас. Within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! Просто истребил всех одним ударом. Так, у меня две части маски загорелось. Прикольно. И вырубился. Конечно же, ну так. Я теперь у нее из груди буду меч доставать постоянно, что ли? Не, ну прикольно, че. You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? Она еще и хил, снайпер, и у нее есть меч. Просто комбо. Вот за него можно катать. Ну, все, руки как руки. It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place. Or would want to. Ну, меч, конечно, прям тема. Интересно, это будет второе оружие? Пылающий меч, возможно, его мощь сравнима с силой лорда, или нет, даже превосходит ее. С тобой точно все в порядке? В каком смысле? Я про рану. Тот солдат тебя серьезно зацепил, да еще и пламя это. Ничего страшного, удар пришелся по главному ядру, а пламя почти не обожгло. Наверное, потому что это только воплощение астральной энергии. Честно говоря, меня больше удивляет, что ты на самом деле не чувствуешь боли. А ты думаешь, я притворялся? Нет, я не сомневаюсь, но одно дело знать, а другое видеть, как ты спокойно переносишь такие ожоги на ладонях.
Я не раню любого, кто меня коснется, но при этом страдаю сама. Стоит только попробовать взять в руки плавящий меч, и в этот есть своя ирония. Ты бы тоже хотела не чувствовать боли? Ты же понимаешь, что при этом можно сжечь себе пальцы и даже не заметить. И что? Мне нужна только сила, а до сих пор я не встречала оружия сильнее плавящего меча. Нам, походу, дадут погонять на какое-то время. То есть тебе вообще на себя плевать, лишь бы достичь цели? Не зарывайся, ты обо мне ничего не знаешь. Я просто не понимаю, почему ты настолько не ценишь собственную жизнь. Это рабам и их жизни вообще не принадлежат. Ну все, начнем файтиться, че. Так, а члены команды, вы подружились с Шион. Зефир объединился с вашей командой. Так, боевой стиль Шион. Ну, я вижу, что у нее пушка есть. Противник снижаем уровень ОС. Так. А, ну да. Так, исцеление. Короче, она может хилить нас. Это я понял. Че еще? Все. Ух ты, ну классная игрушка, классная. Так, что нам надо по карте сделать? Так, обмен Зефира так... А, уйти от шахты подальше. Окей. Our cover's been blown here. Get a move on. We're moving to another base. А, это типа там шахта была, да? Окей. Ну пойдем от шахты подальше. Неизвестная локация. Да не Аня. Ну нет, игра. Вау, там что-то горит. Классно. Так, пойдем отсюда. Нам надо по карте пойти аж вот сюда, я так понимаю. А, ну у нас теперь в команде 3 человека. Блин, я не успел нажать. И посмотреть, что там за команда. Может, снаряжение какое-то надо будет раздавать. Ну, типа, знаете, если они с нами на постоянку, то это классно. Если нет, то печалька. Ну, игра крутая, меня радует уже. Правда, меч ультимативный, я выношу всех быстро. Но я думаю, что дальше будет тяжелее. Земля серая и вихрем племени. Не успел. Короче, у нас есть снайпер, танк. Гленамид Касл. Стронгхолд of Lord Balsif. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Ё-моё, а я думал, мы ещё лорда завалим. Freedom. Свобода. Let's go. Интересно, нам дадут завалить каждого? Ну, скорее всего, нам дадут завалить каждого лорда, что тут есть. Так, приёмы. Да, экран приёмов, спасибо. RTF, я помню. R. Давайте смотреть. Взлетающий. У нас вихрь выбран. Ласточкин клинок, ласточкин клинок. Зачем мне два? Подожди. Наземная атака. Ласточкин клинок, ласточкин клинок. Давай уберем. Режущий лазурным шторм. А, счетчик есть еще. Я так понимаю, чем больше мы способность используем, тем сильнее она прокачается. Так. Ладно, давайте посмотрим. Так, скрытый прием. Стреляет парой водяных клинков, нанося 2 удара. Ага. Так, скрытый прием, наносит вихрь разрушает, а удар при шаге вперед, а затем вызывает торнадо. Оу. Скрытый прием так подробно, так подбрасывает врагов в воздух, а затем швыряет его вниз и бьет молнией. Давай вот сюда возьмем. Ласточкин клинок. Атака 2 режущими ударами. Нет, спасибо, я хочу вот это взять. Так, воздушная атака. Мираж. Мираж, мираж, мираж. Ага, мираж, мираж, мираж. И мираж, мираж, мираж. Окей, прекрасно. Что ты у нас можешь? А, ты на своей волне. Так, железная маска, Шион. А мужичок просто, да? Стратегия. Вау. Стратегия определяет действия команды в бою. Нажми Г на экране стратегии, чтобы посмотреть описание стратегии с информацией. Окей. Стратегии. Ого.
Ага, окей. А, бой без фанатизма. Что это? Так, используй боеследные приемы и применение поддержки при низком ОИ в основном ТОЗ. С помощью предметов. Без фанатизма. Без предметов, в первую очередь, исцеление. Агрессивный бой использует приемы поддержки в бою, использующие приемы, когда грозит опасность при низком уровне. Восстанавливает ОЗ с помощью предметов. Так. Экономия ОИ. ОИ это что вообще? На использованные предметы все исцеления. Если ОИ осталось 50 и меньше, исцели подъем союзника после нокаута. Нерасходование используем в боевые только на подъем после нокаута. А, так. Дать жару боссам. Используя в бою исцеление приемы при низком уровне ОИ. Восстанавливает ОИ ОЗ с помощью предметов. ОЗ ОИ. Так, не дать только исцеление. Ничего не делать. Ладно, давай... Без предметов, в первую очередь, агрессивный бой. Давайте без фанатизма. В первую очередь, исцеление. Ага. Не расходовать УИ не надо. Дать жару боссам выберем. Я не знаю, какую стратегию мы будем выбирать. Облики. Мы можем ей тоже поменять. Давайте облики ей поменяем. Ух ты, прикольно-то как. Херотой страдать сейчас будем. Давай посмотрим. Так, хвосты, бантики. Шляпа Ми. Давай вот это выберем, это классно. Ух ты ж, ё-моё. Как вы... Ну, блин, нет, это будет отвлекать меня в бою. А, где-то там в начале было что-то прикольное. Во. Так. Ну, это, короче, тоже крылья, да? Хвост. А, облик оружия. Ой, облик оружия можно поменять. Классно. Так. Ну, окей, все. Ну, пока мы, короче, этого не увидим, да? Пока мы не наткнемся на врагов. Шакалики. Ха, вызвать напарника. А, ну все, это понятно. Врываемся. Ну что, я понял. Так, нажми Ctrl в бою, чтобы изменить управление персонажами. Автоматически игрой движется, ага, сами по себе, окей. Охренеть, она крутая. Так, получен предметы, острые клыки, две штуки. А чё у нас с опытом? Это нет, все, спасибо, это мне не надо. А как у нас с опытом приемы? Надо какие-то попробовать, наверное, да, в этом, в бою. Что-нибудь. Там вон какой-то красный кристалл. Ёптвою за ногу, а он-то чё тут? Давай врываться. Голем. Так, F. Ну, прикольно, на F-очку я его выкосил спокойно одним ударом. Там вон что-то есть. Тут вот что-то есть, смотрите. Я просто увидел, что там что-то... А, это лестница? Я вот даже на карту не посмотрел, что это лестница. Вон там вон кристалличек какой-то есть. Давайте заберем. Скорее всего, тут будет какой-то крафт. Камень-антидот. Ну, конечно, забрать с собой. О, сундук. Флакон жизни. Я хочу все приемы попробовать. Кстати, мы же сейчас использовали прием. 0 из 100, 0 из 100, 0 из 100. А, 1 из 100. Это мне надо 100 раз прием использовать, чтобы его прокачать? Ни хрена себе. Так, это мы F использовали. У нас остался R и T. Кастрики это, наверное, типа точки сохранения. Ну, типа лагерь какой-то разбиваем, да? А, ну, да, я так и понял. Давай снимем. Я даже не вспотел. Блин, она классно выглядит. В этой броне. You'll end up regretting it later. You're the boss. Ты у нас главный? А, ты у нас главный. Да, все. Типа лагерь. Сейчас нам расскажут про лагерь, да, что-то? Или видосик? Нет, просто лагерь. А, что? Что? Он болтает там? Так, ну, в лагере можно восстановить ОЗ и ОМ. Отдохнуть. Вспомнить.
Загружаемый контент. Вспомните. Человек без имени и прошлого в поисках силы. Давайте вот это попробуем. А, это сцены и ролики? Нет, спасибо. Отдохнуть. Давайте отдохнем просто. Вау. Этот взгляд. Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Ah, fair enough. I guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. Five lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are two things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. I... Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together, we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Я тут подумал, надо повысить сложность боев.
Но она выглядит шикарно просто. Просто превосходно, я бы сказал. Но... Надо спешить. Очень шикарно выглядит. Но вот кастомизация меня вот прям именно ее. Просто 10 из 10. Даже 20 из 20. Если не 100 из 100. Так, окей. Секундочку. Я уже вижу там. Система, настройки, сложность. Да. Давайте сохранимся. Уровень 50 железным... Что? Подожди-ка. Почему мне кажется, что я зря принял все эти плюшки? У меня 50 уровень железной маски? Подожди, в смысле? А, это точка сохранения тут, да? Так, давайте пока на этом закончим. Подожди, в смысле у меня 50 уровень? Чё? 5800 хп? А, и ушел он 50 уровень. А-а-а, зря я принял эту хрень. У меня 50 левел. Я не качаюсь больше, да? Только не говорите, что я не качаюсь. Это вообще фигня тогда. Просто если я не качаюсь, мы начнем заново. Ну, то есть, может, меч я и возьму, но... Что? Нет, вы что? Ладно, окей. Я, походу, реально не качаюсь. 50 это максимальный. Из DLC-шных предметов это... Это так обидно. Так, нам не сюда. Мы же отсюда пришли. Блин, это так обидно, реально. А куда нам? Стоп, подожди, а куда нам идти-то? А, нам вот сюда. Реально, что ли? 50 это фуловый уровень и все, типа? Это будет очень обидно. Смотрите, тут мостик рухнул. Кто растения какие-то собирать? Ты должен быть готов есть это. Когда ты найдешь что-то, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. Там в воде что-то есть. А, тут в игре есть рыбалка. Да. Ну зря, мне кажется, я левлы принял. Ну хп, да, конечно, много. И меня, типа, не вынесешь вообще. По факту, да? И это, типа, рыбалка, да? Подожди, это рыбалка или я... А, нет, я... Вот и вся рыбалка. А. На шифте он быстро залазит. Я думал, рыбалка будет, а вот и вся рыбалка. Не, 50 уровень меня не устраивает. Это типа читерная игра. Сейчас начнется жестко у нас. Жестко читерная игра. Я хочу противника. И хочу способность на нее заюзать. О, тут мешок какой-то валяется. Ну реально, на 50 уровне уже играть неинтересно. Ой, там монстр какой-то, да? Особый монстр. Сейчас мы с ним смахнемся, обязательно. Мы сейчас за ним пойдем. Давайте сохранимся только. Ну, потому что... Ну, посмотрим, да, сейчас? Ну, 50 уровень, это неинтересно. Реально, если сейчас так и пойдет, мы просто... Я вернусь на этот момент, но уже прокачанный слегка. Сейчас посмотрим, как будет бой с монстром. Да мы вынесем его на раз-два. Богомол, 43 уровень. А, у него 43-й? Ни хрена себе. Ага, понятно. Ага. Ага. Так, возвращайся после... Ага, если команда... Окей, это я понял. Подождите. Походу 50 уровень, это вообще не левел. Давайте вот этих выкосим. Я посмотреть кое-какой момент хочу. Так, что он там что-то пытается завязать? Ну, фиксим. Я не понял. Что ты такое? Собачий хвост я получил. Ха-ха, я получил собачий хвост. Мне интересно другое. А, походу...
Don't go charging off like that! These little ones are hardly worth our time. Less talking. Cut them apart to your heart's content. Pathetic! Ой, у меня половина. У меня левел 50, но как вы видите, короче, да, левел вообще не повлиял. Он повлиял только на количество хп. И все. А оружие у нас нормально. Ну, вот меч вот этот, вот мы этого богомола вынести не смогли. То есть я вот попытался, но нет. Так, это уже интересно. Нет, это реально интересно, то, что мы не смогли вынести богомола. А потому что если бы мы его выкосили спокойно, то было бы скучно. А скорее всего нам дадут сюда вернуться и потом уже завалить его. То есть когда мы оружие себе подпрокачаем. Не-не-не-не-не, все нормально. Но 50 уровень, конечно... Да, способности прикольные. Но, как вы видели, богомол нас выкосил. Но левел не растет от слова совсем. То есть 50 это максимальный. То есть у нас не будет вырастать уровень. За уровень мы получаем просто хп, как я понимаю, да? Ну, предметы я... Нет, спасибо. Снаряжение. Да, то есть за уровень... У нас нет брони нормальной, у нас нет никаких аксессуаров вообще. А из клинка у нас только тупой меч. Но он понизит атаку, стихийную атаку и пробитие на чуть-чуть всего лишь. То есть... у нее есть... А, у нее тоже есть новая винтовка. Подожди, выберем тебе, стоп. Это фуфло винтовка, да? Бери себе, конечно. А шмоток нет, аксессуаров на нее тоже нету. Подожди, а мы применили его на ней? Не, у нее применено все, да. Но все равно у нас как бы уровень максимальный. А, я могу выбрать шон? Ха, прикольно. Слушайте, классно. За деваху играть. Не, не хочу за деваху играть. Ну, типа, 50 это максимальный, но... Г, восстановить. Восстановить. АОИ я как-то могу восстановить? Стоп, подожди, нет. Расходники. ОЗ, ОЗ. ОЗ мне не надо, мне надо УИ восстановить. Так, сортировка. Во, УИ восстановить. Ага. Это на спецприемы, короче, УИшка. Стратегии, пусть пока... Давай стратегию выберем, агрессивный бой. Нет, стоп, троечка. А как мне выбрать? Агрессивный бой. Изменить тактики, изменить детали атаки. Агрессивный бой, дать жару боссам, выберем. Облики мы уже посмотрели. Да, сохранимся, наверное. Ну, короче, ладно, 50 это максимально, я так понимаю, но... как бы... Это дает тупо хп. И все. А без нормальной снаряги мы все равно не сможем одолеть ту хрень. Я думаю, снаряга будет давать нам дополнительное ОЗ и так далее. В общем, игрушка меня радует. Давайте мы пока на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.